начеренковали с дочерью гортензию неделю тому назад. И сегодня нашла несколько, выдернула черенков, и сегодня нашла на одном корешок. Радости моей нет предела. Мы только учимся. Напоминаю, мы второй год только занимаемся питомниководством. Ну вот, надеюсь на какой-либо результат. Вот так вот выглядят череночки гортензии через недельку. Выдергивала я несколько, я уже говорила, черенков. У одного прям увидела корешочки. Ну, меня радует, что они не сгнили пока, не упали. И это уже прекрасно. Черенкую гортензии под центральным столом в теплице. Вот так вот у меня стол такой есть. И под ним. Потому что самый рассеянный свет и самая прохладная температура именно здесь. Вот посмотрите. Здесь под полками прямое солнце, несмотря на то, что у меня затенка. А здесь вот именно рассеянный свет. И самая прохладная температура здесь где-то 25, максимально 28 поднималась. У меня там вот градусник лежит, и я измеряю температуру. Кассету использую ель, она так называется. Торф, агробалт, нейтральный, без добавления удобрений. В желтых пакетах огромных, по 250 литров. Теплица, кстати, у меня днем открыта. С утра. Потом еще днем поливаю полы холодной водой, чтобы снизить температуру. Ну, здесь все равно до 40 поднимается в самой теплице. А вот под нижней полкой, сейчас вот мы и проверим заодно. Вот, под нижним столом у нас, ну-ка давай, температура. Ну, не могу показать, но 28 сейчас. Можно будет пролить. Станет попрохладней. На ночь закрываю двери, утром открываю двери. Ну вот так черенкую в таком месте.